Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В дни весенних каникул школьников и всех желающих Приморская картинная галерея приглашает посетить выставки и мероприятия. На площадках галереи работают сразу 5 экспозиций. Помимо экскурсий для гостей проведут квесты и мастер-классы. Стоимость выставок от 50 до 250 рублей. Музыкальное комикс-шоу в одном действии «Сказка о потерянном голосе» или «Как мышь, паук и фермер праздник спасали» состоится в Театре молодежи. Начало в 12:00, стоимость билетов от 300 до 350 рублей. На познавательную программу «Поход гимназистов» приглашает Дом чиновника Суханова. В основу игры вошли дневники 1900 года ученика 5 класса гимназии Григория Суханова. Действующие лица – гимназисты, которые совершили поход по окрестностям Владивостока. Дети узнают старые названия улиц города и сами построят маршрут похода на карте. Начало в 13:00, стоимость билетов – 150 рублей. Финальный день выставки «Искусство, рожденное в неволе» состоится в помещении Культурного центра ГУФСИН России по Приморскому краю. В рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться и приобрести сувенирные художественные изделия, товары народного потребления, кованые изделия, ознакомиться с образцами строительной и швейной продукции, изделиями металлообработки и деревообработки, а также задать все интересующие вопросы, касающиеся возможного дальнейшего сотрудничества сотрудникам отдела трудовой адаптации осужденных. Начало в 10:00, вход свободный. На спектакль «38 попугаев» приглашает театр кукол. Начало в 12:00, стоимость билетов – 270 рублей. А в Театре молодежи дадут спектакль «Не опера нищих». Авторы постановки предлагают антиутопическую модель общества, придуманную 300 лет назад великим Джонатаном Свифтом, Александром Поупом и Джоном Геем. Вы попадете в среду обитания маргиналов и увидите, что там живут по модели традиционного общества. Такие понятия, как мораль, любовь, честь подменяются алчностью, распущенностью и корыстью. И эта схожесть в пороках разных социальных групп практически стопроцентная. Начало в 18:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. День открытых дверей пройдет в лицее Дальдрыптуза. Будущие первоклассники и их родители узнают о процессе и программе обучения, учебном плане, о дополнительных занятиях и секциях. Школьники, которые хотят поступить в лицей с 5 по 11 класс, в этот день узнают об обучении по профилям, об элективных курсах. Также им расскажут, как проходит подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Начало в 10:00. А театр имени Максима Горького приглашает на спектакль «Белоснежка и семь гномов». Начало в 11:30, стоимость билетов от 300 до 1000 рублей. На иллюзионную программу Станислава Высотного приглашает Приморская филармония. Вы станете свидетелем таинственных превращений, появлений и исчезновений, манипуляций и левитации. Собственными глазами увидите самый знаменитый в мире номер «Quick Change Show», в котором смена образов происходит в считанные секунды. Начало в 12 и в 16:00. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Гастроли бриллиантового цирка России продолжаются во Владивостокском цирке. Эксклюзивное шоу «Империя хищников» – это вдохновенная игра актеров, которая переплетается с акробатическими трюками, полетами под куполом цирка и неожиданными спецэффектами. Яркий самобытный спектакль с битвами шаманов, чудесами эквилибристов, жонглеров, акробатов и дрессированными жителями северных лесов – оленями, песцами, лисами и лайками. Начало в 12 и в 16:00. Стоимость билетов от 1100 до 1800 рублей. Чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству пройдут в спортивном комплексе «Олимпиец». Начало предварительных поединков в 10:00. Торжественное открытие и финальные поединки состоятся в 16:00. Стоимость билетов – 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.